Всем привет, дорогие друзья! Только вчера мы праздновали 9 мая. От нашей компании всем дедушкам, бабушкам, прабабушкам, прадедушкам всем огромный поклон от нашей организации. Спасибо вам за вашу победу. Сегодня мы везем колясочку Медкомпакт 35 в реабилитационный центр «Три сестры». Везем ее при содействии фонда «Живой» и компании НТВ. Пока я ее не распаковывал, как уже на место привезу, распакуем, все отсниму, покажу. Давай посмотрим, на какие благие дела потратили наши деньги гости нашей программы. Когда 20-летняя Валерия Корецкая попала в столичный реабилитационный центр, она весила всего 25 килограммов, дышала, ела, пила через трубки и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. У нас будет хорошо. Да, Лерок? Мы справимся, мы же сильные. Трагедия произошла в августе 2020 года. Валерия вместе с мужем ехала в гости к родителям. На трассе Липецкая-Усмань их машина лоб в лоб столкнулась со встречным авто. От полученных травм девушка сразу впала в кому. Уже в больнице врачи зафиксировали повреждения головного мозга, множественные переломы. И не скрывали от близких страшных предположений. Валерия не жилец. Нам врачи как сказали, вы все, овощи будьте. Не сможете ни ходить, ничего, а мы уже и стоим. Муж Валерии, он после аварии отделался легким испугом, вскоре уехал подальше от больной жены и проблем. А родители сражались за каждый вдох дочери. И через 3 месяца случилось чудо. Валерия пришла в себя. Вкусно? С грибками, да? Ну и хорошо. Координация движения просто нарушена. Год же она же сама не могла как бы ничего делать. Это, говорит, все восстанавливается, все это время просто теперь надо. Вот это все, что вот маленький ребенок, допустим, это же как координации движения нет. Все приходит со временем. Сегодня, спустя 2 года после аварии, Валерия заново учится жить. Девушка сама ест, занимается с логопедом и даже шепотом может сказать «да» или «нет». Давай с тобой вместе скажем «а», «а», «о», «у». Да, вот такие маленькие победы. Чтобы вернуть подвижность суставам, Валерия каждый день рисует и крутит педали. Крутим, не ленимся, крутим. Крутим, папа рядом, не бойся, папа рядом. И делает первые шаги в своей новой жизни. Давай, шагай. Давай, вперед, 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 вперед. Выпрями. Выпрямляй. Левую ногу выпрями. Правой ногой шаг. Умница, это ты уже что-то побежала, Лерок. Родители тратят все деньги на дорогостоящую реабилитацию дочери, а на инвалидную коляску, которая нужна Валерии для передвижений, средств не хватало. С покупкой помогла экс-блестящая Ксения Новикова и ее выигрыш в 150 тысяч рублей. Очень хорошая коляска, мы очень рады. Огромное вам спасибо, она очень мобильная, удобная. Нам очень много предстоит еще поездок.